Максим, мы сегодня встречаемся ровно 2,5 недели. Это тебе подарок. Спасибо, любимая, это тебе. Спасибо. Привет. А мы с тобой начали встречаться 18 или 19 числа? 19. О, с праздником нас, сегодня 4 года. Поздравляю. Сейчас мы пойдем с тобой в парк, потом в кафеху, а вечером сходим с тобой в кино. Ой, класс, отличный план. Блин, Свет, мы куда-нибудь сходим? Мы так не давай лучше сериальчик посмотрим. Ну, давай. Блин, тебе так вкусно пахнет. Спасибо. Фу, блин, Максим, у тебя так сорта воняет. Ужас какой-то. Да нормально же еще. Свет, я сейчас приду, я в туалет. Ну, Максим, сколько можно? Всю квартиру уже завоняло. Так а что мне это в себе держать, ну? И то правда. Сынок, послушай анекдот. Когда клеишь обои, главное, чтобы пузырей не было. А то как-то раз мы взяли 2 пузыря. Смешно. А то как-то раз мы взяли 2 пузыря. Пап, вообще не смешно. Я точно твой сын? Деньги. Макс, привет. Можешь одолжить денежку, пожалуйста, на 2 дня? Ну хорошо, да. Смогу. Одолжить денежку, пожалуйста, на 2 дня. Нет, ничего я тебе не долгану. Я знаю, как ты возвращаешь. Потом месяцами за тобой бегать. В каком платье лучше пойти? В этом или вот в этом? Вот в этом. Точно? Да. В этом или вот в этом? Вот в этом. Точно? Не знаю. Я уже просто так говорю, потому что мне надоело тебя ждать. Вот у моей подруги сын не курит, не пьет, учится хорошо, девушка порядочная. А ты что? Сидишь со своими пацанами во дворе? Вот у моей подруги сын не курит, не пьет, учится хорошо. Да ее сын курит как паровоз, я и то меньше. Ты что, сука, куришь? Утро, ночь. Пап, я 2 получил. Ай, собака, что ты мои фамилию позоришь, а? До конца дня на гречке стой, а потом за уроки. Пап, я 2 получил. Только попробуй, я пойду побои сниму, и тебя посадят. И шнур от компьютера не забирать. Сынок, а ну давай, тебе еще уроки делать, а то загулялся. Хорошо. Сынок, ты уже неделю за компьютером сидишь, иди на улицу хоть погуляй. Да не хочу я на твою улицу, я и здесь нормально гуляю. Мам, а мам, а как появляются дети? Сынок, их приносит аист в капусту, а там родители забирают. Ого! Мам, а как появляются дети? Ой, не дури головы, иди в интернете почитай. Окей. Не твои. Сынок, ты что там смотришь? Не твои головы, ставь на рубину тебе молни. Не твои головы. Привет всем, у меня все хорошо, как у вас дела? Почему только пол лица показываешь? Потому что... Ребята, всем привет! У меня здесь мега тусовка, вечеринка, все классно, супер, кайфуем! Ты что, дурак, что ли? Тебя же никто не смотрит, ухоманивайся! Привет, ребята, сейчас попробуем кого-нибудь присоединить. Так, Таня, Леша... О, давайте Свету. Привет, как дела у тебя? Привет, у меня все хорошо, а ты как у тебя дела? Ребята, после эфира у меня выйдет новое видео, пожалуйста, поставьте лайк, комментарий, сохраните это видео, поделитесь с друзьями, мне очень нужна ваша активность. Ребята, я сейчас вам расскажу такую смешную ситуацию, вы просто будете угорать. Короче, было... Вот такая вот смешная ситуация, это просто жесть. Это наш день, любимый. Алло, Саня, привет. Ты сегодня выйдешь? А, ты сегодня с девушкой? Ну ладно. Алло, Валера, а ты выйдешь сегодня? А, ты тоже с девушкой? Ну ладно, давай. Блин, да пофиг мне на этот день влюбленных. Мне одному зашибись. Любимая, в этот праздник я приготовил тебе подарочек. Спасибо, любимый, так приятно. А у меня тоже кое-что для тебя есть. Ой, спасибо, родная. Ну что, котейка, выпьем за нас. Нас с тобой никто не разлучит. Никогда. Солнышко, прямо сейчас мы с тобой поедем в ресторан. Там для нас подготовили романтик. Любимая, сегодня с тобой зажжем. Привет.
Мам, есть что-нибудь покушать? Конечно есть, я там борщик сделала, картошечку с котлеткой, сейчас я все налажу. Ой. Есть что-нибудь покушать? А ты приготовил, чтобы было что покушать? Ну нет. Так иди учись готовить, а то привык. Приготовили, наложили, сам ничего не можешь. Мам, я у мамы хулиган. Пап, можешь дать деньгу, пожалуйста? Что же, с девчонкой идешь гулять или с пацанами пиво пей? Да не, я же не пью, я с девочкой пойду. Ну держи. Спасибо, пап. Можешь дать деньгу, пожалуйста? Я тебе что, банкомат? В твои годы по ночам я вагон разгружал, чтобы девочку в кино сводить. Пора уже как-то самому зарабатывать. Ты слышал, вот артист, а? На весь мир, или вообще, может быть, что-то другое. Может, пельмени российские любят. Сука, домашний хрустите своими зубами! Так это огурец, он сам по себе хрустит. Ты чё грызаешься с матерью? Пошёл вон отсюда! Пщи уже. Заплачь ещё там, хамло! Завтра экзамен. Я верю, что у меня все получится, и я сдам. Даже если не с первого раза, но я обязательно сдам. Главное верить. Блин, завтра экзамен, хрен я его сдам. Потом отправят на пересдачу, тоже завалю. Потом отчислят, потом стану бомжом. Блин, что за жизнь? И как же пить хочется. О, еще половина кружки воды есть. Блин, как же пить хочется. О, еще и полупустая кружка воды. Не напьюсь же ни хрена. Максим, у меня проблема. Меня позвала гулять и Маша, и Даша, и я не знаю, с кем мне пойти. Ну и как бы обидеть никого не хочется. Что мне делать? Свет, да успокойся ты, все будет хорошо. Сейчас мы вместе с тобой подумаем, как сделать так, чтобы никто не обиделся и остался доволен. Ну и как бы обидеть никого не хочется. Что мне делать? Ой, блин, ну ты попала, конечно. Сейчас со всеми переругаешься, не останется ни одной подруги. Не знаю, что тебе предложить. Это жесть. Мам, знакомься, это Максим. Здрасте. А как же Гриша этажом выше? Я уже все распланировала за вас. Мама! Кто такой Гриша? Да не слушай ее, это сын маминой подруги. Пошли. Мам, знакомься, это Света. Валера! Валера, иди сюда! Сынок-то наш не гей! Да мама! Не обращай внимания. Ну что, Максим, где учишься, работаешь, родители где работают, машина есть? Мам, да что ты докопалась до него? Ну мне надо же знать, кому дочку отдаю. Как ты оболтус такую-то красавицу нашел? В интернете мы познакомились, потом встретились. Вот так как-то все и завертелось. Эх, вернусь бы мои годы, отбил бы ее у тебя. Светочка, ты смотри, наш Максимка очень часто болеет, поэтому на улице долго не гуляй. И если захотите покушать, не ешьте на улице всякую дрянь. А то наш Максимка страдает метеоризмом. Что? Ну пучит его. У вас что-то было? Да нет. Ну цыц. Если я узнаю, пеняй сам на себя. Смотри, какая у Бузовой фотография классная. Так, значит, мои фотки не классные, а у какой-то Бузовой классные? Да нет же, Света. Отвали. Смотри, какая у Бузовой фотография классная. Ого, классная. А покажи еще ее фотки. Алло, Света, слушай, я сегодня к другу на день рождения пойду, поэтому увидимся с тобой завтра. Куда ты идешь? К какому другу? И меня ты с тобой не берешь, потому что бабы там твои будут, да? Опять хочешь позажигать там с кем-нибудь? Я сегодня к другу на день рождения пойду, поэтому увидимся с тобой завтра. А, ну окей, как раз хотела сегодня с девочками увидеться. Все, тогда давай, и много там не пей. Что случилось? Это что за волос? Он не мой, точно не твой! Да я не знаю! Говори! Так, это ты меня сейчас бичом назвал? А ну иди сюда! Что за шерсть? Да не знаю. Упаси, Максим, табу! Успокойся, сейчас разберусь. Паук! Света, собирайся. Прямо сейчас мы с тобой поедем в дорогой ресторан и будем пробовать самые необычные блюда. А, да? Хорошо, пошли собираться. Алло. Привет, пошли сегодня в бар сгонять. Да не, какой бар? У меня денег на проезд еле хватает. Не, я никуда не пойду. Ты что? Ну подожди, давай еще раз. Ой. Все. Нет, я голову по-другому повернула. О, нормас. Я подправил тебе другое настроение. Свет, давай можешь что-нибудь другое. Нет, это то, что ты плачешь, Тань. Давай. Хорош, да.